Привет, дорогой зритель. Немножко посел у меня голос. Видимо, перепил я рома со льдом. Значит, достаточно интересная посылка. Интересно, она чем? Это не заказ из Китая. Это басявый такой подгончик от Илюши Суслякова, который ведет канал «Раз паковка, два паковка». В принципе, тот канал... Единственный тот канал, который я смотрю, потому что все вот эти вот остальные что-то как-то прям вот вообще не вставляли. Его я поглядываю. Я ему посылал немножечко ништячков разненьких. Вот он решил прислать мне в ответ. Что внутри, я не знаю. Тоже будет для меня сюрприз. Но я смотрю, что-то прям крайне классное, судя по всему. Хрень неведомая. Как думаете, что это за хрень такая неведомая? Ну, судя по упаковке, здесь находится облачная флешка. Что-то в этом духе. Надо будет про нее почитать и попробовать сделать вам на нее обзор. Магическая карта. Илюша, скажу честно, я не смотрел твои обзоры на вот эту вот ерунду. Поэтому вот как вот ты смотрел и не мог понять, что это такое тебе пришло, да, я еще больше смотрю и не могу понять, что это мне пришло. Не, ну прикольно. Что еще про это можно сказать? Ну, можно достать, не знаю, там, кнопочку отсюда вынуть, здесь заряжать, здесь включать. За сим, собственно говоря, ребятки, все, что я могу про это сказать. Но, судя по картинкам, они здесь есть. Это хорошо, что они здесь есть. О! Телефон плюс эта хрень равно два телефона. Равно две симки. Я понял. Это нужно, знаете, вот есть люди, которые... Вышел новый айфон. Вот. А при этом, ну, два айфона это тяжело. Ну, и по финансам, и в целом, да. А две симки-то хочется, а в айфон-то они не вставляются. Вот. И что делается? Вот здесь вот, судя по всему, вставляется флешечка. Вся эта фигня включается. И твой... Односимочный телефон с помощью вот этой вот тоненькой симпатичной приплуды превращается в двухсимочный. Хотя можно проще заказать себе обе. Не, ну вдруг там кому-то надо там 8 симок, 9 симок. Так, что это у нас такое? Цветной экран, календарь. И такой прям 12.36. Это много или мало? Много ли или мало 12.36? Ай-яй-яй. Какая нехорошая упаковка. О, вот так вот. Ну да. То есть мы берем, ставим часы. Судя по всему. Как тебя включить-то? Илюш, ну не жадничай, посылаешь такие вещи. Ой, посылай две батарейки, триашки. У меня, блин, аккумуляторы заканчиваются. Ну, можно еще от сети заряжать, но при этом, видимо, провод ему был нужен. Ну, либо не было его в комплекте. Судя по всему, это как тут ставится и на потолок светится. Ты всегда лежа, можешь увидеть, сколько времени. Может быть и не так. Значит, что сейчас будет? Напишу Илюхе, скажу спасибо, друган. Спасибо тебе, друган. Подготовлю что-нибудь ему к отправке. Попрошу у него. Никак это не складывается. Блин. Никак не складывается. Вот, попрошу у него ссылки, чтобы вам все это дело положить в описание. И, собственно говоря, потом сделаю на это все дело, наверное, обзоры. За сим все. Я даже знаю, что я ему уже точно пошлю.
И надо будет что-нибудь еще подумать. Так, ну а с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.